А у нас очередная Сюстина. У кого башня будет быстрее построена? И два шарика, которые у нас скатываются сверху. И мы должны... И у нас здесь в коробочке такая вот подставка. И такая сверху... Шел к концу. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А также... Всем привет! Всем привет! Вы снова на канале Устин ТВ, а у нас очередная с Устином настольная игра, которая называется... Чья башня выше? Все верно, чья башня выше? Тут у нас сверху пускаются шарики, а снизу игроки строят башни. У кого башня будет быстрее построена, и у кого шарик не собьет эту башню, тот и выиграл. А у нас здесь в наборе такая вот горка, стенка называется. Одно основание, одна перегородка. И как вы видите, 12 бочонков, у которых разные, как правильно сказать, разные фигуры на конце. И вот нужно подбирать специальный бочонок такой же фигуры и ставить друг на дружку. И два шарика, которые у нас скатываются сверху, и мы должны успеть построить башню, либо если не успели полностью башню построить, закрываем вот такой вот перегородкой, таким вот шлагбаумом, проход шарику, и шарик тогда не сбивает нашу башню. У кого башня будет выше, тот и победил. Ну что, открываем у стен? Да. Погнали. Здесь в коробочке такая вот подставка и такая сверху ставится стенка. Его нужно бочонки шариком. Аккуратно шарики не растеряйся, то нечем будет играть. Ага. И вот вы видите, о чем я вам и говорил. Бочонки, на конце у них разные фигурки, чтобы можно было ставить ту фигурку, которая есть на конце. Вот такой вот треугольничек ставишь в треугольничек. Ну что, сыграем, Устин? Да. А мы с Устином начинаем игру. Я ему ставлю вот такой вот бочонок и на счет три пускаю шарик. Раз, два, три. Поехали! Все, Устин построил башню из скольких бочонков? 1, 2, 3, 4. Из 4. Но я попробую хотя бы построить из 5, чтобы его обогнать. 1, 2, 3. Поехали! Успел, хотел выше Устина построить, но не получилось. Шарик сбил мои бочонки. А это значит, что сегодня выиграл Устин. Поаплодируем ему. На этом наш игровой видеообзор подошел к концу. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А также... Нажимайте колокольчик. И ставьте лайк. Всем пока-пока. Всем пока-пока.